размышлениях привычных только лето не будет. Скоро все станет белым и на чистых страницах смыслы, знаки и звуки могут не появиться. Знай, после пуги затишье и наоборот, и на ровной дороге ждет тебя поворот. За воротами дома неведомый путь, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть. Безмятежное утро, в окнах сонные люди, запах кофе, вкус планов, вряд ли солнца не будет. Скоро все станет белым и на чистых страницах смыслы, знаки и звуки норовят появиться. Знай, после бури затишье и наоборот, дороге ждет тебя поворот. За воротами дома неведомый путь, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть. Город в сумерках вязких, в окнах сонные люди, свет не будет погашен и прогноза не будет. Просто стало все белым и на чистых страницах смыслы, знаки и звуки. Знай, после дороге ждет тебя поворот. За воротами дома неведомый путь, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть, мне теперь не уснуть. Обратиться к вам с маленькой просьбой. Я очень ищу басиста, чтобы играть концерты полным составом, поэтому если кто-то знает, то расскажите, пожалуйста. Вот. А к слову о вдохновении, еще раз, здесь сейчас группа «Ключевое слово». Отлично. Я просто помню, когда я увидела их лет 5 назад в первый раз на Крушинском фестивале, мы тогда выступали вместе с Анастасией Тымкован на тот момент. Да, мы стали тогда... Ну вот, такие бывают встречи, мы стали тогда дипломантами, а девушки нас очень впечатлили, потому что мы жили в Калининграде, мы пели в два голоса, мы никогда не слышали, что кто-то еще так делает, и это было очень классно. Помню, мы обменялись дисками. Ну, в общем, я это к чему, что я сейчас спою песню, с которой мы как раз там выступали давние.